Поздравляю тебя с этим знаменательным праздником, день рождения. Желаю тебе счастья, здоровья. Пусть Бог благословит тебя обильно всем тем, что ты желаешь. С днем рождения! Олеся, я тебя люблю. С днем рождения! Галит, я поздравляю с днем рождения вас, лучшего. Мы, как официальные отбратья в наших сестер, поздравляем с днем рождения. Все, два раза. Дорогая Олеся, поздравляем тебя с днем рождения. Лично я поздравляю. Поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего-всего-всего-всего. Самого хорошего. Олеся, с днем рождения. Пусть этот год станет самым запоминающимся годом в твоей жизни. С днем рождения. Я не знаю, что сказать. Олеся, я хочу поздравить тебя с днем рождения. И пожелать тебе всего самого наилучшего. Олеся, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всегда радоваться, никогда не унывать и всегда улыбаться. Пусть Бог благословит тебя. Олесечка, милая, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого-самого хорошего, добра, любви, счастья, море улыбок. И пусть твоя прекрасная улыбка никогда не сходит с твоего лица. Дорогая Олеся, я как президент СССР хочу передать тебе привет и сказать, в этот день ты красива и умна, и в этот день ты стареешь еще на один год. И за этот год я хочу подвести итоги. Мы завоевали Германию. Поздравляем, товарищи! И ты была главная, ты была моей музой для завоевания Германии. Желаю тебе в следующем году завоевать Нидерланды. Спасибо за внимание. Хочу тебя от нашей семьи поздравить с днем рождения и сказать, что Бог, Он гордится тобой. Оставайся так, всегда такой же простой, всегда такой же любящий Бога. И я верю, что все потрясающее, о чем ты только мечтаешь, Бог для тебя уже приготовил. Будь всегда простой, с днем рождения. Лисичка, поздравляю тебя с днем рождения. Будь всегда такая радостная, веселая, добрая. И пусть удача тебя сопровождает по жизни. И Бог тебя благословляет. Радуйся жизни. Я тебя люблю. Ну что, передаю слово Алексею. Опаньки. Нежданчик такой. Окей. Поздравляю, Олеся Брончак. Мы рады, что ты у нас есть, в нашей церкви, в нашей команде. Мы любим, ценим, уважаем и поздравляем. Теперь моя очередь. Олеся, мы поздравляем тебя с твоим днем рождения, который наступит уже вот сегодня, потому что ты сегодня смотришь это видео. Да? Сегодня. С днем рождения тебя, Олеся. Расти умной, большой. Пусть Бог тебя благословит во всех сферах. То есть мы тебя очень любим. Эскейп, джем, скала и все остальное. Дай шару, короче, там. Спасибо тебе за то, что с нами. Мы ценим, уважаем. Респект, уважаем. Спасибо. С днем рождения. С днем рождения. Олеся, как ты уже поняла, сейчас я нахожусь в самом главном месте всего экспоцентра. В самом главном месте, которое на самом деле занимает первое место в жизни каждого человека. Это, естественно, туалет. И по нашей традиции, как ты уже поняла, каждому мы делаем поздравления именно здесь. Для тебя я решила сделать то же самое, я решила не отходить от нашей традиции. Но сегодня я внесу некоторые изменения. С собой сегодня я взяла своего друга. Он с тобой сейчас поздоровается. Это очень классная такая овца. Сегодня она будет со мной поздравлять тебя. В общем, что я хочу сказать. Дорогая Олесенька, я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе, чтобы Бог, Он просто покрыл тебя своей любовью, своей благодатью. И я очень благодарна Богу за то, что ты есть в моей команде, за то, что ты есть рядом с нами, за то, что ты такая классная, за то, что ты всегда милая и всегда готова прийти на помощь, и неважно, что происходит в твоей жизни. Это очень здорово, оставайся такой всегда. Вот, и мы здесь находимся вместе с Юлей. Юля, помаши рукой. Вот, мы тебя очень любим на самом деле. И, конечно же, хочется тебе пожелать всего самого наилучшего. Пусть Бог использует тебя и дальше. Пусть Бог даст тебе того принца, которого Он приготовил для тебя. Юля там хихикает и уже... А кто-то сейчас выйдет. Мы слышим знакомые звуки журчащих потоков. Кто-то сейчас выйдет оттуда, я уверена, он также присоединится всеми мыслями с поздравлениями
тебе. Там проходил только что Юра, но мы не успели его заснять. Он помахал и передавал тебе огромный привет. Вот. В общем, мы любим тебя, мы дорожим тобой, мы ценим тебя. Спасибо Господу за то, что ты у нас есть. И мой Мурзик, он тоже скажет тебе пару слов. Дорогая Олеся, мы тебя любим! Твой день рождения, мы хотим тебя поздравить. Мы желаем тебе много счастья, чтобы ты никогда-никогда не грустила. Ну, если, может быть, на минуточку ты загрустишь, знай, что мы всегда рядом, и мы всегда готовы тебе помочь. Да, я поздравляю тебя также с днем рождения, тебя очень-очень сильно люблю. Ты мое солнышко, я тебе всегда об этом говорю. Вот, счастья тебе, всего самого-самого, мы тебя любим. Я не буду переснимать. Так, сильно позорно, я думаю. Олеся, я поздравляю тебя с днем рождения. Я очень-очень тебя люблю, просто обожаю. Я благодарна Богу за то, что мы с тобой познакомились, что мы можем с тобой дружить. Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Спасибо, что ты иногда меня выслушиваешь, когда мне тяжело. Я тоже очень рада тебя всегда выслушать. Я поздравляю тебя и желаю тебе о том, чтобы ты исполнила свою миссию, чтобы ты нашла ее в первую очередь, чтобы ты на самом деле была счастлива, чтобы ты жила для Иисуса и всегда просто делала все, что Он тебе говорит. И чтобы ты никогда не переживала и не падала духом, не знаешь, что мы всегда рядом, и мы тебя очень любим. Я поздравляю тебя с днем рождения, я тебя очень люблю. Это я дарю тебе. Олеся. Поздравляю тебя с днем рождения. Это твой большой юбилей. 20 лет все-таки круглая дата. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов в личной жизни, любви. Хорошо, что ты пришла в церковь и узнала Бога. Желаю тебе войти в свою миссию и все время идти правильными путями Бога. Аминь. У тебя юбилей, но это еще не предел, у тебя будет еще много юбилеев. Желаю тебе счастья, здоровья в личной жизни, в любви. Здоровья в личной жизни. Это было все не так. Олеся, поздравляю тебя с днем рождения, тебе 20. Это было вас. Happy birthday to you.
Hello.